Садхгуру, много лет назад, когда мой сын был еще маленьким, он дал мне книгу, написанную с вами Вивеканандой. Там описывалось, как в древности гуру могли с помощью мысли общаться друг с другом на расстоянии в тысячи миль. Фактически это похоже на современный интернет. Один компьютер может обмениваться данными с другим, находящимся в США, в Европе, где угодно. Вы верите, что человеческий разум можно научить влиять на разум другого человека или людей, находящихся далеко от него, просто настроив разум на нужную волну? Можно ли этому обучить? Можем ли мы научиться этому искусству? Вы хотите оставить производителей мобильных телефонов без работы? Дело не только в разуме. Когда мы говорим разум, под этим словом понимается только мыслительный процесс. Мыслительный процесс ⁇ это то, что лежит на поверхности вашего разума. Под влиянием европейской культуры мы слишком большое значение придаем мысли. В юридической науке мы не придаем значения тому, о чем вы сейчас думаете или что вы чувствуете. Потому что о чем вы можете думать? Вы просто снова и снова перерабатываете имеющуюся у вас информацию. Это несущественно. Все, что на поверхности вашего разума, продолжает крутиться у вас в голове. Это абсолютно бесполезно. Ваши мысли и эмоции сейчас ⁇ это лишь поверхностная часть вашего разума. У него есть более глубокие уровни. В санскрите есть много слов для описания разных аспектов разума. Есть один аспект разума. У нас не так много времени, поэтому я не буду говорить об остальных. Есть один аспект разума, который называется читта. Читта это самый центр вашего разума. Он связывает вас с тем, что мы называем осознанность. Если ваша чита становится осознанной, если вы приобретаете определенный уровень осознанного контроля над читтой, у вас появится доступ к своей осознанности. То, что мы называем осознанностью, это измерение, которое не является ни физическим, ни электрическим, ни электромагнитным. Это квантовый скачок от физического измерения к нефизическому. Нематериальное измерение является основой существования. Все материальное происходит в нем доля физического совсем небольшая. В этой вселенной меньше двух, даже меньше одного процента приходится на физическое. Все остальное не физическое. Для этого нематериального измерения в физической терминологии мы используем особый звук, связанный с этим измерением. Сейчас все довольно сильно исказилось, но мы называем его «шива», что означает «то, чего нет». Когда мы говорим «шива», мы не имеем в виду кого-то, сидящего там наверху. Мы говорим об измерении, которого нет. Но все, что происходит, берет основу в этом измерении. Поэтому, если вы хоть немного осознаете свою читу, возможным станет не только передать какую-то идею или мысль, возможным станет даже передать объект, передать что-то материальное. Итак, возможно ли это? Определенно. Можем ли мы сейчас обучить этому людей? В теории да. Но готовы ли они к этому? Вот в чем вопрос. Большая проблема заключается в том, что из-за нашей системы образования мы настолько возвеличили мысль, что на то, чтобы приуменьшить ее значение, уйдет какое-то время. Сделать так, чтобы люди осознали, насколько глупы их мысли, на это уйдет очень много времени потому что все считают себя умными. На самом же деле, у большинства людей самое умное, что у них есть, это их смартфоны. Потому что ваш мыслительный процесс — всего лишь порождение той ограниченной информации, которую вы набрали. Даже если вы перечитаете все библиотеки в мире, все равно она будет очень ограничена по сравнению с этим мирозданием. Несмотря на весь наш научный прогресс, мы до сих пор не знаем, как устроен лист дерева. Несмотря на весь научный прогресс, мы до сих пор не знаем во всей полноте, как работает хотя бы один атом. Это должно поставить нас на место. Мы умеем пользоваться вещами, но не представляем себе, что они такое. Потребовалось бы целая жизнь непрерывного внимания, чтобы понять даже самые основы. Если люди готовы, прежде всего, понять, все эмоциональные прихоти вы уже ранее назвали глупостями, если они также поймут, что вся так называемая разумность их мыслительного процесса и эмоции ⁇ это глупо, тогда обучение будет простым. Обучить таких людей будет несложно. Не то чтобы я сейчас создам эту мысль и пошлю ее тебе. Нет. Все произойдет еще до того, как вы подумаете. С вами произойдет случай, что с вами может случиться, еще до того, как вы мысленно озвучите это. Вам даже не нужно думать, кем вы хотите стать, каким вы хотите быть. Жизнь все это устроит. На вас начнет работать интеллект, который невозможно вместить в этой черепной коробке. Вы слышали о Армануджине и других. С Дэви он просто открыл это измерение и стал математиком, который даже сегодня, прошло сто лет, а ученые до сих пор пытаются понять его работы. Его математические расчеты — это основа для описания черных дыр во Вселенной. В его время даже не было понятия черная дыра. Никто о них не знал. Когда мы говорим черные дыры, это искривление во времени и гравитации. Современная наука пытается их разгадать. Он же заложил математические основы для этого. Когда искривление увеличивается, все, что существует физически, становится несуществующим. Вот что значит йога. Вы уменьшаете это искривление так, чтобы то, что по большей части является материальным, стало нематериальным. Когда оно становится нематериальным, время и пространство перестают быть проблемой. Если время и пространство не проблема, передача просто происходит.